Не за чашкой чая, а за столом с карандашами и красками. Порисовать вместе незнакомых горожан пригласила студентка Кристина. Мне хочется узнать людей, чем они живут и что они чувствуют. Потому что, говорю, большинство людей очень закрыты. Их добивает как бы окружающий мир, который наш тяжелый, там, работа. Вечер рисования стал поводом для общения. На приглашение откликнулись далеко не художники. Госслужащие, преподаватели английского языка, ветеринар. Ксения Зыбарева в повседневной жизни рисует. Правда, на женских лицах. Ксения – визажист. Дома в обычной суете, конечно, не хватает времени для того, чтобы, так скажем, заглянуть в себя и просто от души что-то поделать в удовольствие. Молодежь в разговоре призналась, что на афише подкупили строки о душевных разговорах. Их сейчас не хватает многим. Ребята рисовали на произвольные темы и говорили о разном. Об отдыхе на Байкале, паломничестве в Индию и своих желаниях. Прийти куда-нибудь незнакомое место к незнакомым людям, по-моему, надо уже отучаться, всего бояться. Я рисую редко, но обычно рисую, то есть помногу. У меня приходит какое-то вдохновение, я там, не знаю, очень люблю красками больше рисовать, чем карандашами. А вот друг у меня замечательный рисует. И я, собственно, его тоже сагитировала, говорит, пойдем рисовать. Приятно очень посидеть так в тепле, пообщаться. Есть свободный вечер, почему бы нет? Рисующая молодежь вела беседы полтора часа. Организатор встречи Кристина поделилась, что подобный вечер еще повторится. И кроме общения она, возможно, проведет настоящий урок рисования. Тем более за плечами художественная школа, а у остальных необычный опыт знакомства и желание создать творческую атмосферу еще раз. Наталья Погодаева, Степан Юдинцев, Альфа-Новости.